универсальные крепления для сноуборда, которые подойдут для трассы фристайла на любом рельефе. Сегодня на обзоре крепления для сноуборда New Pilot. Они имеют ростовку L и подойдут райдерам с длиной стопы от 28 до 30,5 см. Это с 42 по 46 размер по российской системе. Итак, перед нами классические крепления в черном цвете с оранжевыми надписями. Они выполнены в конструкции SkateTech, обеспечивающей быструю и стабильную передачу усилия сноубордиста на доску. В сочетании с прочной базой Hinner 2.0 и средней жесткостью крепления идеально подойдут не только для катания по подготовленным трассам, но и для фристайла в парке или на естественном рельефе. В комплекте предусмотрено два вида бушингов – средней жесткости для комфортного трассового катания и максимальной жесткости для скоростного и агрессивного катания. Также в комплекте идет универсальный монтажный диск. Он подойдет к доскам с системами закладных 2x4 и 4x4. А вот если у вас сноуборд от Burton, придется докупить диск Chanel. Рассмотрим фиксаторы ботинка. С тыльной стороны поддержку осуществляет хайбэк с увеличенной высотой и усиленной боковой поддержкой. Он отлично держит ногу и обеспечивает хорошую отзывчивость. Верхний стрэп Freestyle Flip получил удобную фишку – специальный коннектор для откидывания. За счет этого встегивание ботинка происходит легче и быстрее. Нижний стрэп универсальный. Он позволяет фиксировать ботинок как сверху, так и на носке. Оба стрэпа обеспечивают приятный обхват и поддержку. А для более точной подстройки под ваш стиль катания стрэпы можно поменять местами. Отдельного внимания заслуживают бакли. Они изготовлены из высококачественной смеси нейлона и стекловолокна. Это легкий и прочный материал, стойкий к минусовым температурам. К тому же замки получили новый тип пружин, обеспечивающий отличный ход и повышенную надежность. Подведем итог. New Pilot – топовые универсальные крепления высокого качества. Они подойдут как для обычного трассового катания, так и для карвинга с фрирайдом.